Жителям Сочи точно сейчас не до нового гимна. В Олимпийском городе началась эвакуация населения. После продолжительных ливней город просто затопило. По словам очевидцев, которые публикуют в интернете любительские съемки затопленных улиц, в городе звучат сирены экстренного оповещения. Жители по громкой связи предупреждают об угрозе выхода из берегов реки Сочи. В городской службе спасения сообщили, что зафиксирован подъем уровня воды до опасных отметок. Конец цитаты. Пожарные машины откачивают воду с центральных улиц. Подтоплен участок автотрассы А-147 Джубка-Сочи. Представители МЧС России при этом заявляют, что непосредственной угрозы жителям пока нет. Режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений не вводился. Тем не менее, жителям рекомендовано оставаться в своих домах, а на улице остерегаться порванных электрических проводов и деревьев, которые могут упасть.